Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы прогуляемся с вами к трем объектам. Первый объект – это детский сад номер 108, который находится на 17 микрорайоне. Следующий объект – это дом номер 270 по бульвару Шевченко. И третий дом номер 4 по улице 60 лет СССР. Начинаю я свой маршрут с бульвара Шевченко. Недавно я вам уже показывал эту улицу. Здесь дороги, аллеи привели уже в порядок. Очень приятно прогуливаться по такой улице. Детский сад номер 108 находится где-то за этими домами. Сейчас мы туда прогуляемся. На улице сегодня не жарко, очень комфортно гулять в такую погоду. Это рынок «Космос». Когда делают дороги, тротуары, к бордюрам подсыпают чернозем. Не оставляют ямы. И так везде по городу. Пешеходные знаки ночью светятся. Это отражающая лента. Бульвар Шевченко 248. Отсюда я уже вижу, что детский сад восстановили. Он выглядит очень красиво, но мы подойдем поближе. Да, у нас никогда так не выглядели детские сады, в том числе и школы. Детский сад выглядит очень красиво. На территории детского сада я считаю, что недостаточно детских площадок. Скорее всего, их будут еще добавлять. Потому что я вижу только павильоны и песочницы. Все. Больше ничего. Вот так теперь выглядит детский сад номер 108. Теперь прогуляемся к дому 270 по бульвару Шевченко. По таким тротуарам приятно гулять. Бульвар Шевченко 250. Следующий дом, где был магазин АТБ, в процессе восстановления.
Если повернуть налево, то можно прийти на 17-й рынок. В принципе, он уже отсюда и начинается. Бульвар Шевченко, 264. Дом приводят в порядок. Отсюда видно, как восстанавливаются верхние этажи. Стены выложены из кирпича. Бульвар Шевченко, 268. Дом номер 270. Паспорт объекта. Завершение строительства. 4-й квартал 2023 года. Дом в процессе восстановления. Правую часть дома разобрали. На нижних этажах уже установили новые окна, значит, дом будут восстанавливать. Добрый день. А вы не с этого дома, нет? Нет? И следующий адрес. Дом номер 4 по улице 60 лет СССР. Вот так уступают дорогу здесь. Сразу видно, с предыдущей стороны. По улице 60 лет СССР аллею приводят в порядок. Сделают здесь красоту. Еще нужно демонтировать плиты вдоль аллеи по обе стороны и сделать хорошую дорогу. Мы пришли к дому номер 4. Улица 60 лет СССР, дом номер 4. Окончание работ, 2-й квартал 2023 года. В этом автомате можно набрать питьевую воду, 1 литр 2 рубля.
Здесь дома целые. Обратили внимание, когда я зашел во двор, за столиком на лавочке сидели спортсмены, литербалисты. Жаль видеть такое. Дом целый, но слышу, что в подъездах еще ведутся работы. Да, работают строители. Сейчас еще глянем, здесь была школа, я не знаю точно ее номер, при монтаже напишу. Посмотрим, ее восстанавливают или еще нет. Это стадион, относящийся к этой школе, и вот сама школа. Да, школа в процессе восстановления. Итак, друзья, в Мариуполе сегодня солнечно и не жарко. Отличная погода для прогулки. Что мы с вами и сделали? С хорошим настроением. Мариуполь восстанавливается. Всем мира и добра. Пока.